Слушай, майор, может, ты не в курсе, но когда во время войны к ним в Ташкент в эвакуацию, таких, как твоя бабушка или моя мама, тысячами привозили, так они, чурки эти, сами на голой земле спали. А единственный топчан с единственной простыней русским бабам и их деткам отдавали. Так что мы с ними, с чурками этими, сначала войну выиграли, а потом Россию восстановили. Понял? И рот вымой, и не открывай, а то воняет. В вихре времени в черные годы степь заснеженную гнали народы. Позади унижения, боль утраты и страхи, и голодных замерзших согревали казахи. И делились последней рубахой и кровом, изболевшие души лечили они мудрым словом. Мы молились Иисусу и молились Аллаху за доброе сердце степного казаха. Ты бескрайняя степь, наша родина стала, ты щедра к своим детям, земля Казахстана. Ты давала гумыс, свой целебный искрит, без тебя мне не петь, без тебя мне не жить. Мы молились Иисусу и молились Аллаху за доброе сердце степного казаха.